Ну что ж, коллеги, добрый день. Сегодня 22 апреля, 13 часов дня. Мы находимся в Центральном доме предпринимателя Москвы и начинаем онлайн-конференцию по теме «Россия на саммите G20. Молодежная программа». Меня зовут Денис Нечаев, я являюсь исполнительным директором межрегиональной общественной организации «Футураж» Сколково. И со мной за столом находится Роман Чуков, руководитель секретариата молодежного саммита «Большой двадцатки». Роман, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И Елена Бочарова, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, член оргкомитета молодежного саммита «Двадцатки». Елена, добрый день. Здравствуйте. Итак, у нас сегодня по программе запланировано общение с нашими коллегами в рамках круглого стола. Также, если нам позволит техническая возможность, мы подключим несколько интересных спикеров в рамках видеосвязи. Итак, если все заработает, то мы пообщаемся с Алексеем Ермолиным, проект «Стартап Виллидж», организованным фондом Сколково, и с Екатериной Копчак, руководителем молодежной программы форума «Открытые инновации». Ну что ж, дискуссия объявлена, можем начинать. Ну что ж, Роман, и первый вопрос к вам. Вот, как вы, наверное, заметили, я, конечно, готовился к нашей дискуссии, но попробую немного симпровизировать. Вот, например, я в 2011 году принимал участие в G20 молодежной программе предпринимательской именно в Ницце, и тогда проходил отбор тоже в несколько этапов. Сначала мы подавали заявку на русском и на английском языке, потом у нас было собеседование на русском и английском языке, и потом принималось решение. Вот я знаю, что в эту пятницу состоялся финальный отбор. Хотелось бы услышать от вас комментарий касательно того, как он проходил, какое время занял этот отбор, на какое было количество участников, ну и самое главное, какие акценты приходилось расставить участникам, чтобы действительно ярко заявить о себе и попасть в финальную пятерку. Спасибо. У нас был очень сложный, очень долгий и такой очень насыщенный этап отбора. Отбор проходил в три этапа на формирование российской делегации на молодежный саммит группы 20. Первым этапом было написание эссе на две темы, то есть на одну из двух заданных тем, это устойчивое развитие или же реформа мировой финансовой архитектуры. Соответственно, эссе ребята писали со всей страны на английском языке. К участию в конкурсе мы допускали студентов, аспирантов и недавних выпускников российских вузов, которые вот, в возрасте до 25 лет, которые имели право написать эссе на одну из этих двух тем, и должны были все конкурсанты предоставить видеоролик о себе. Видеорезюме, тоже на английском языке. Соответственно, из всех подавших заявки наши компетентные эксперты отобрали 100 лучших. А среди экспертов, я отмечу, были такие гуру просто финансов и экономики, как Сергей Гуриев, как Рубен Варданян, как Райер Симонян, или же господин Сергей Беляков, заместитель министра экономического развития, Алексей Владимирович Моисеев, заместитель министра финансов. То есть они проверяли эссе ребят, и потом были отобраны 100 человек. Из этих 100 человек по итогам скайп-собеседований на английском и русском языках были отобраны 30.
абсолютных победителей конкурса, победители второго этапа, которые приехали в Москву с 17 апреля по 19 как раз на прошлой неделе. С ними проходили лекции, тренинги командообразующие. И результатом стало написание коммюнике «Позиция российской молодежи на молодежном саммите». Соответственно, все 30 ребят считаются победителями. И в качестве, так скажем, они завоевали себе участие в Петербургском международном экономическом форуме, а вот чуть позже, сегодня, на этой пресс-конференции, мы объявим пятерку, так скажем, абсолютных победителей, которые, собственно, и составят саму делегацию, которая будет представлять Россию на саммите молодежи двадцатки. Ну что ж, я об этом, к этому вернусь. Да, об этом действительно чуть позже. Оставим небольшую интригу. Роман, вы упомянули о том, что отбирались кандидаты в возрасте до 25 лет включительно. Вот в связи с этим у меня вопрос. Это общие правила форума G20 или это специфика отбора российской команды? Потому что я знаю, что в разных странах понятие молодых предпринимателей и молодежи трактуется по-разному. Где-то этот возраст до 30, где-то даже до 40 лет доходит. Да, очень-очень правильный вопрос. Вы знаете, что в некоторых странах люди еще в школе учатся там до 27 лет. Поэтому мы считаем, скорее это комплимент российской молодежи, что наши ребята к 25 годам, нашим ребятам после 25 уже неинтересно. То есть те, кто движется по этой стезе, они себя уже успевают зарекомендовать к этому возрасту, они становятся ведущими, они становятся экспертами своей области, они работают уже. Я считаю, что участие в молодежном саммите – это скорее шанс для молодого человека или девушки именно прорваться, сделать такой первый шаг, прорыв к тому, чтобы в будущем его заметили и уже двигаться как-то и по карьерной лестнице. То есть, естественно, мотивация у людей, так скажем, у студентов или же недавних выпускников, вот два года после окончания мы ставили такую планку, она больше, чем у тех, кто старше. И наши ребята, традиционная история саммитов насчитывает уже много таких саммитов, наши ребята всегда были самыми активными. И не только с точки зрения даже вот предложений или содержания. Они всегда отмечали российскую делегацию как самую дружескую, самую дружелюбно настроенную. Одну из самых молодых, да, так было, например, в Канаде, когда Россия еще посылала школьников, а все остальные ребята были молодыми экспертами. И все равно там российскую делегацию все запомнили. Ну, канадская делегация, кстати, традиционно тоже очень сильная. Очень сильная, да. Хорошо, Роман, с этим понятно. Давайте поподробнее остановимся на вашей встрече с Аркадием Дворковичем. Интересно узнать, что сказал вице-премьер, каково было коммюнике встречи. Ну, вот расскажите нам поподробнее. Ну, смотрите, соответственно, встреча с Аркадием Владимировичем предшествовала встреча еще и с Алексеем Владимировичем Моисеевым в Министерстве финансов. Да, ребята представляли, каждый, кто работал над коммюнике, они представляли те идеи, которые они сочли самыми важными, а они, то есть в рамках этих двух широких тем устойчивого развития и реформы мировых финансов, они сделали еще по 4 подтемы. Это реформа международных финансовых организаций, рынки капитала и законодательное регулирование финансовой сферы, это рекомендации по управлению госдолгом, это финансовая включенность и финансовая грамотность населения, а в рамках темы устойчивого развития это были такие подпункты, как реальный сектор, энергоэффективность, развитие инфраструктурных проектов, экологизация экономики, управление отходами, социальная политика и, разумеется, образование. Кстати, российская молодежь, я сам еще в 2009 году, когда был на саммите юношеской восьмерки, именно мы всегда толкаем тему образования и поддержку талантливой молодежи, всегда именно российская молодежь продвигает эту позицию. И вот эти идеи, то есть это были только области, а конкретные идеи в этих рамках, которые можно прочитать на нашем сайте y20russia.ru, там выложен текст коммюнике, ребята представили там Аркадию Владимировичу Дворковичу, который очень высоко оценил эти предложения и на самом деле прокомментировал каждое из них, поскольку Аркадий Владимирович был шерпой в группе 8 и в группе 20, он, соответственно, знал, какие из этих предложений, возможно, уже звучали, какие из этих предложений стоит, например, еще подработать. И то есть было очень интересно послушать это от того человека, который, собственно, и занимался этим все время на самом высоком уровне. То есть там какие-то предложения он оценил, но сказал, что, допустим, это слишком техническая вещь, там, допустим, там вот как раз про рынки капитала, или же там была очень сложная формула ребят, но это круто, то есть он сказал, что если вы считаете, что молодежь должна настолько конкретно въедаться в эти проблемы, то давайте. То есть нам было очень приятно, что он ценил степень проработки ребят.
Отлично, Роман, спасибо. Теперь давайте пообщаемся с Еленой. Елена, у меня вопрос к вам. Вот я знаю, что вы многие годы участвуете, возглавляете различные программы, в том числе государственной поддержки талантливой молодежи, такие как «Ты предприниматель», форум «Селигер», питерский форум. Вот хотелось бы услышать тоже какие-то подробности от вас о саммите «Двадцатки», о том, чем это мероприятие отличается и будет отличаться от уже проводимых ранее в стране аналогичных мероприятий, может быть, там не такого масштаба, но той же направленности. И, например, чем оно будет отличаться, выделяться именно на питерском форуме. Спасибо большое за вопрос, действительно очень важный. Зачем мы все это делаем? Да? Иногда для того, чтобы правильно спозиционировать или правильно провести то или иное мероприятие, очень важно разобраться в сущности вещей. Мне кажется, в этом смысле роль международной молодежной политики, конкретно, наверное, J20, как такой вишенки на торте всей международной молодежной политики 2013 года, ее переоценить очень сложно. Мне кажется, что когда молодые лидеры, будущие лидеры, яркие такие личности собираются в одно время, в одном месте, в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург, когда у них есть возможность поговорить действительно на глобальные темы, которые их сегодня волнуют, выставить некую свою точку зрения, представить общественности о том, что она вообще-то у них есть, и что, в общем-то, мир в надежных руках, вот в этих вот молодых руках, это очень важно, потому что... Может быть, и наверняка большинство из идей, которые будут заявлены молодыми людьми, которые войдут в комьюнике, они, наверное, будут реализованы ну, не в той мере, скажем так, в которой хотелось бы молодежи. Но останется главное. Останутся люди, останется дружба, останется доброе отношение друг к другу. И тогда никакая уже взрослая международная политика не сможет развести этих ребят. Тогда уже им невозможно будет рассказать о том, что Канада или Россия или какая-то другая страна, она плохая или хорошая. Они видели этих молодых лидеров, они с ними общаются, у них есть их сотовые телефоны. Поэтому для меня, конечно, как для представителя государственного органа Федерального агентства по делам молодежи, Международный молодежно-экономический форум и конкретно вот двадцатка, большая двадцатка молодежная, которая пройдет в этом году, она, конечно, носит в первую очередь задачу установления будущего мира. А во-вторых, конечно, мир становится глобальным, это сложно не заметить, и когда ты успешный человек, даже лидер бизнеса или государственного сектора, пусть и молодой лидер там, в Удмуртии или в Ижевске, или конкретно, да, или там, в Мордовии, или даже в Красноярске или Москве, когда ты встречаешься на одной площадке с такими же успешными ребятами из стран группы 20, которым может быть столько же лет, может быть чуть-чуть больше, ты начинаешь невольно себя сравнивать с ними и отвечаешь себе очень честно на вопрос, а я конкурентен сегодня, а я способен быть в глобальном вот в этом растущем мире, что-то из себя представлять и, если угодно, для меня ответ на этот вопрос – это и есть такой настоящий патриотизм, правильный патриотизм, молодежный патриотизм. Я могу что-то создавать лучше, дешевле, что-то конкурентное на международной арене. Вот мне кажется, что если все ребята, которые подавали заявки в состав российской делегации, ответят себе честно на этот вопрос, если тем более те люди, которые вошли в пятерку и будут представлять нашу страну, честно, откровенно ответить на этот вопрос себе, мы обязательно поговорим еще об этом. Моя задача будет точно выполнена. Ну что ж, я, наверное, правильно понимаю, что одним из или даже ключевой мотивацией для участников вот этой группы из 5 человек становится такой собственный нетворкинг, наращивание контактов, связей, потому что это такая очень важная вещь, когда они видят, что они на равных общаются с успешными предпринимателями, с успешными это публичными да. деятелями других стран. Вы совершенно правильно понимаете, и более того, вы знаете, иногда... Ну, так устроено общество. Молодежь вяжет очень много шаблонов. Да, ты еще молод. Для чего? Для жизни. Там нужно к чему-то готовиться. Как вот говорит один выдающийся человек, нас так учили. В детском саду нужно готовиться к школе, в школе нужно готовиться к вузу, в вузе нужно готовиться к работе. Там, на работе понятно, к чему нужно. После пенсии совсем ясно, к чему нужно готовиться. Мне кажется, что ценность молодежной двадцатки – это быть здесь и сейчас, быть максимально эффективными. Перестать готовиться, а уже созидать вот этот вот будущий мир в самую эту конкретную минуту, знакомиться с будущими лидерами и конструировать его, какой он видится, каким
ему хотелось бы видеть этот мир. Угу. Вот мне кажется, что да, это главная задача. И когда молодых ребят с их свежим взглядом допускают до, ну, если не решения масштабных таких государственных глобальных задач, то хотя бы слушают, честно слушают их мнение, эксперты, селебрити, спортсмены, все эти люди, которые принимают решения. Это с молодежи снимает вот эти как раз шаблоны и ставит их перед конкретным выбором. А если бы тебе разрешили, если бы тебя услышали, что бы ты сказал? И вот, вот этот вот самый откровенный момент, когда у тебя есть шанс, ты говори, если есть что. Вот, вот после этого невозможно скрыться. И после этого, на мой взгляд, я видела такую трансформацию. Очень многие молодые люди начинают действительно серьезно, ответственно брать все в свои руки и делать, созидать. Кстати, вы упомянули очень важную вещь относительно того, чтобы молодые люди могли почувствовать, что они абсолютно конкурентны и способны на равных представлять себя на зарубежных рынках и успешно да. конкурировать. Если я немного поверну дискуссию в сторону предпринимательства сейчас, потому что Футураж Сколково занимается развитием предпринимательского сообщества, тут очень важный момент, который мы тоже тонко чувствуем, когда мы организуем различные стажировки или вывозим проекты технологические за рубеж, то очень часто развенчивается миф. Мы почему-то все привыкли думать, что вот у нас нет проектов, либо они очень слабые, вот там в Америке, в Европе лучше, их умеют выше, развивать. Да, но вот однако это не так. Я думаю, именно такие форумы, они должны показывать, добавлять уверенность, потому что уверенность – это именно то, что нужно. Вы совершенно правы. Есть некое ощущение, что, ну, то, о чем я не знаю, это всегда лучше или там другие правила игры. И когда люди встречаются в одном месте и договариваются, да, или просто сравнивают себя с теми или иными сложившимися стереотипами, они их либо развенчивают, либо сами подтягиваются до нужного уровня. Вот поэтому, еще раз повторюсь, переоценить масштаб и значение этого мероприятия его невозможно. Елена, у меня такой немножко провокационный вопрос по коммюнике. Бытует мнение, что участники делегации по большому счету не принимают значительного участия в формировании этого коммюнике, а по сути оно зачитывается, они с ним соглашаются. Вот, вы, может быть, вы развенчаете это мнение? Насколько активно они прорабатывали и насколько будет услышано их мнение? Вы знаете, мне кажется, что это действительно миф, который обязательно нужно развенчивать, потому что, начиная с отборочного мероприятия, которое только что закончилось в цифровом октябре, весь этот, все эти три дня рабочих, ребята работали уже над созданием этого коммюнике, пока их было не 5, а 30. Да. Это уже мнение, какое-то консолидированное мнение хорошей такой представленной молодежи. Дальше с этим комьюнике они будут работать в том числе с представителями всей молодежной двадцатки. Конечно, оно претерпит какие-то изменения, но это, безусловно, будут те мысли, те идеи, те месседжи и пассажи, которые дадут молодые люди по тем или иным проблемам. И только они лягут на стол, я очень надеюсь, в финальной комьюнике. И очень может быть, что будет такая возможность даже представить и итоги этого коммюнике лично. Да, можно я также добавлю? Я добавлю о том, что все зрители, вот призываем вас зайти сейчас на сайт y20russia.ru и посмотреть, почитать это коммюнике, оно выложено у нас в новостях. Будьте уверены, что это именно те предложения, которые российская молодежь сама выработала в течение трех дней по итогам работы с лекторами, со спикерами, по итогам тренингов на обработку информации, на командное взаимодействие, на выступления публичные. То есть это те предложения, которые действительно исходили от молодых ребят, и наша молодежь будет их отстаивать на международной арене. Естественно, не коммюнике по итогам саммита не будет выглядеть так, как оно есть сейчас, поскольку это именно позиция российской молодежи. А в зависимости от успеха наших ребят, конечно, мы уже посмотрим, насколько эти идеи, насколько эти идеи окажутся конкурентоспособными. Ведь недаром один из критериев конкурса был высокое владение английским языком, потому что на этих саммитах кто говорит, тот и предлагает. Тот, как правило, вот ребята, у кого английский язык родной, они очень активны всегда вот в продвижении своих каких-то идей. А мы, соответственно, будем продвигать свои. Я думаю, что... Если позволите, я буквально минуту уделю участникам. Молодые люди – это такая особая категория людей, их нельзя обмануть, они нам этого просто не позволят. Есть 30 живых свидетелей, которые сами написали это коммюнике. Это раз. А во-вторых, я когда...
мы, наверное, переходим к такому к очень волнительному моменту, это объявление этой пятерки финалистов. Когда я читала резюме ребят, когда я изучала их, у меня такой, может быть, даже где-то укол ревности или укол такой зависти меня пронзил. Потому что столь молодые, столь юные молодые люди, извиняюсь за такую тавтологию, которые сегодня говорят на двух, чаще на трех языках, говорят хорошо и много говорят, в том числе на китайском, что тоже для меня было некоторой новостью, которые уже сегодня так много имеют за своей спиной и опыта, и некого бэкграунда, которым сегодня есть что сказать. Вот откровенно говоря, вот уровень этих молодых ребят, он меня просто покорил, поэтому я с большой надеждой буду следить и за самой двадцаткой, и за судьбой этих ребят. И, конечно же, их мы обязательно возьмем и в кадровые резервы, что называется, на карандаш. Я думаю, что их судьба будет складываться каким-то очень правильным, волнительным образом. При этом это совершенно честный инструмент, конкурс очень открытый, он весь этап конкурса проходил на глазах у людей во всех социальных сетях, особенно активно наши пользователи были в социальной сети ВКонтакте, за работой молодежи двадцатки уже следит больше 10 тысяч человек, у нас уже более 10 тысяч подписчиков на данный момент. То есть, серьезно? Да, можете вот wiki.com/y20russia заходите, смотрите, у нас в группе постоянные фотографии с отбора и видео, и все мы туда выкладываем, то есть не проведешь. Ребята даже выкладывали свои видео, которые они подавали, кто хотел, на конкурс, и ребята вот лайками мерили, выказывали свое, так скажем, почтение. Ну что ж, давайте тогда переходить к самому волнительному моменту оглашения тех 5 счастливчиков из 30 финалистов. Да. Я уверен, вот после того, что я услышал, что вот эти 30 человек, они, естественно, были и являются там тоже самыми лучшими представителями своих отраслей, но таков выбор, необходимо выбрать 5 человек. Роман, вот вы готовы назвать список участников? Так, коллеги, маленькая последняя преамбула. Действительно, мы, организаторы, и вот я представляю секретариат, хочу сказать огромное спасибо всем тем ребятам, кто не побоялся, кто подал эссе, кто записал видео о себе, кто попал туда. По сути, мы провели эти 3 дня саммит, уже саммит активных российских студентов и выпускников, которые совместно придумали эти идеи. И я думаю, что ребята поддержат нас в нашем выборе, потому что победители — это все 30, а пятерка представит все те идеи, которые они совместно представили. И я готов начать. Итак, Калмыков Виктор, который родом из города Владимира и в данный момент учится в Московском государственном университете. Арзин Байнал из города Москвы, аспирант Высшей школы экономики. Штейнберг Екатерина из города Екатеринбурга, Всероссийская академия внешней торговли. Чепурной Артем, город Норильск, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета, а ныне, я так понимаю, работник одного из банков вот уже в городе Москва. И заключает делегацию Комаров Антон из города Москвы, также студент Высшей школы экономики. Хочу поздравить не ребят. Хватает буйных аплодисментов. Да. Я уверена, что если по ту сторону монитора, особенно у тех, кто болел за ребят, на мой взгляд, действительно выбрали лучших. И я искренне поздравляю ребят. Надеюсь, они достойно представят нашу страну. Да, я присоединяюсь к поздравлениям. Да. Елена, еще хотел задать вопрос относительно организации самого форума. Вот сейчас во время эфира и до эфира там, мне и моим коллегам пришло ряд сообщений в Фейсбуке и в Твиттере от тоже молодых активных людей, которые изъявляют желание принять участие в организации и оказать какое-то посильное содействие и помощь. Насколько у вас укомплектована команда, и есть ли возможность для вот таких инициативных представителей? Спасибо большое за предложение. Наверное, Роман меня дополнит. Я в целом скажу, что у нас большую содержательную работу, все, что связано с участниками, отбором, формированием программы, помогает и взяло на себя, спасибо им за это, большой секретариат. Вот Роман его возглавляет и, пользуясь случаем, говорит, хочу сказать им спасибо. С другой стороны, у нас есть такой надежный инфраструктурный партнер, как Питерский экономический форум и команда Питерского экономического форума, которую все технические вопросы тоже помогают нам решать. Поэтому, наверное, на сегодняшний момент никакой потребности в дополнительных кадрах у нас нет. Мы, безусловно, бы приветствовали любого рода помощи на всех других наших международных ивентах, слава богу, в линейке государственных международных молодежных событий. Их достаточно много в этом году. Это и Интерселигер, это и форум в Страсбурге, это и форум США, и ряд еще дополнительных ивентов Совета Европы и других наших партнерских организаций международных. То есть они довольно широки. Но вот, наверное, все,
что касается двадцатки, мы совсем уже на такой финальной стадии, когда вот-вот перережем ленточку и будем встречать всех в красивом Ленэкспо, преображающемся, да, как в сказке с Золушкой. Вот, поэтому, наверное, здесь уже, увы. А я дополню, собственно, какие же последующие эти самые шаги сейчас будут. С 1 мая все 106 делегатов стран группы 26 приглашенных российских председательством стран начнут активные дискуссии на нашем сайте y20russia.ru на английском языке, и им предстоит до середины мая определить повестку. Это как раз по те 4 подтемы, которые я говорила, российская молодежь уже определила. Вот попробуем, чтобы это были как раз те подтемы, которые будут, собственно, в коммюнике, если наши ребята справятся с этим. Соответственно, все остальное время на этой же интернет-площадке, уже непосредственно до саммита, до 18 июня, ребята будут писать черновик коммюнике с тем, чтобы, приехав на Петербургский форум, на сам саммит, который пройдет у нас на площадке Ленэкспо в Петербурге с 18 по 21 июня, чтобы уже совместно вживую, так скажем, еще раз все эти идеи откатать, обсудить их с мировыми гуру, а мы очень надеемся на взаимодействие форматов B20 и Y20 с тем, чтобы бизнес послушал молодежь напрямую. И это будет очень интересно, когда молодые ребята, которые, наверное, еще не все, а может, некоторые имеют, но, как правило, такой практики еще не имеют, они не знают, что все предложения там были или еще не пытались имплементироваться, то бизнес их может сориентирует в какой-то части, а может, в какой-то части молодежь сориентирует бизнес. Это будет очень интересно. Это одна из таких фишек российского председательства, делать эти кросс-секции, кросс-форматы, когда весь формат расширенного диалога, так называемый аутрич формат российского председательства, включает в себя и бизнес, и профсоюзы, и гражданское общество, и, естественно, молодежь. Ну что ж, тогда обращаюсь вот к тем молодым инициативным людям, которые сейчас изъявили желание и проявили инициативу поучаствовать в организации форума. Я заверю их, что контакты я передам Елене и Роману, и они, наверное, будут иметь их в виду и включать в обойму для организации других мероприятий. Вот. Хорошо, тогда на этом я вас поблагодарю за вот эту часть дискуссии. И сейчас мы будем переходить к следующей части нашей программы. У нас предусмотрено несколько спикеров по удаленной видеосвязи. Вот в частности, уже сейчас к нам подключился Алексей Ермолин. Я сделал такую короткую подводку, поскольку Футураж, как я уже говорил, она занимается, как общественная организация, развитием, стимулированием создания новых бизнес-проектов, повышением эффективности существующих. Конечно, эти вещи очень тяжело реализовывать в отрыве от внедрения современных инноваций и решений, которые эту эффективность повышают. Вот в связи с этим и перекидывая мостик к вашей деятельности, очень хочется, чтобы на таких крупных мероприятиях, как «Двадцатка», Россию представляли в том числе успешные бизнесмены в будущем. И, может быть, таких людей вот сейчас находит и прорабатывает с ними взаимодействие Алексей в рамках стартап-тура, который успешно прошел по России, в рамках стартап-вилледжа, который вот должен вот-вот состояться в Москве. Алексей, слышно ли нас? Да, добрый день. Да, мы вас тоже отлично слышим. Вот я попросил бы вас рассказать несколько слов про стартап-тур и про подготовку к стартап-вилледжу. На самом деле и стартап-тур, и стартап-вилледж – это компоненты и слагаемые одной интересной и важной задачи, которую мы ставим перед собой в Сколково и которую мы сейчас пытаемся решать. Мы в Сколково всегда говорим, что главная наша цель – это построение экосистемы. Да, экосистема, которая будет, собственно, способствовать развитию технологического предпринимательства и инновационной экономики. Вот одним из, наверное, основных компонентов этой экосистемы является предприниматель. Да? И в рамках экосистемы мы уже, в общем, за последние несколько лет активности всех институтов развития много чего сделали. Да? То есть мы поняли, что у нас есть технологические предприниматели, что наши ученые могут не только разрабатывать замечательные идеи, но могут их превращать в коммерческие продукты. Мы собрали базу инвесторов, людей, которые готовы вкладывать свои деньги в технологии, в высокие технологии. Мы собрали на нашей площадке большое количество ключевых партнеров, то есть это крупные международные компании в области технологии и инноваций, да, технологического бизнеса, которые тоже готовы принимать участие в бурлении вот этого инновационного котла. И сейчас мы подошли к очень важному и интересному шагу. Вот во всей этой экосистеме инновационной один из, наверное, необходимых, даже не то что компонентов, а драйверов всего этого развития – это предпринимательские сообщества.
Предпринимательские сообщества, роль которых, ну, для многих, в том числе на Западе, в инновационных экономиках, роль этих сообществ очевидна. Но у нас случается так, что не всем понятно, да, что такое предпринимательское сообщество, зачем оно нужно, в чем его роль. И вот, собственно, стартап-тур, о котором вы спросили, стартап-виллидж, который является логичным продолжением стартап-тура, это все шаги, наши шаги в направлении формирования российского предпринимательского сообщества. Очень амбициозная большая цель, но мы готовы к ней двигаться. Российский стартап-тур, который вот в марте-апреле прошел по 17 городам страны, выявил, что спрос и понимание необходимости предпринимательских сообществ существует, он высок. Мы собирали сотни и сотни молодых предпринимателей, людей, которые вращаются в инновационном бизнесе в российских регионах, и мы поняли, что идея предпринимательского сообщества, она витает в воздухе, да, она не чужда людям. И следующий шаг, поскольку мы видим, что спрос существует, следующий шаг в развитии этого сообщества, выведение его на уровень уже всей страны и распространение за рубеж, это, собственно говоря, конференция Startup Village, которая в конце мая, точнее 27-28 мая, пройдет в гиперкубе Сколково и его окрестностях. Это вот первое здание нашего инновационного города. И там мы проведем вот этот вот фестиваль. То есть идея заключается в том, чтобы собрать в одном месте, на одной площадке и предпринимателей, и инвесторов, и индустриальных партнеров, крупные компании, которые заинтересованы в стартапах, которые имеют что им предложить и могут выступить как заказчиками, так и покупателями их продукции. Помимо этого, естественно, в рамках стартап-вилледжа, в рамках этой конференции пройдет масса интересных мероприятий, ивентов, мастер-классов с крупнейшими мировыми звездами. Вся эта информация в деталях, она появляется у нас, обновляется в режиме реального времени на сайте startupvillage.ru, так что можете зайти, рекомендую заходить и просматривать апдейты. Но, естественно, что самое главное в этом ивенте – это, собственно, предприниматель. И мы предусматриваем возможность для 200 компаний, стартап-компаний России, выйти на сцены этого мероприятия и рассказать о своих проектах. Рассказать и инвесторам, и медиа, которая будет представлена на этой площадке, естественно, очень хорошо, и всем, кто захочет слушать, а случайных людей там не будет, рассказать о своих проектах. 200 компаний, мы устроим для них такой конкурс вот этих вот презентаций. Все условия участия в этом конкурсе и технические требования к презентациям, они изложены на нашем сайте. И я бы призывал всех желающих, ну, естественно, вот тридцатку, о которой шла речь раньше, тридцатку победителей, заходить на сайт, регистрироваться и подавать свои заявки, потому что это уникальная возможность. Это уникальная возможность рассказать, быть услышанным, найти там же на месте партнеров, найти инвестиции и начать движение в направлении уже формирования той самой инновационной экономики, о которой мы так много в последние годы говорим. Алексей, я буду тогда вклиниваться и задавать вам вопросы. Вот я сегодня задаю много организационных вопросов, и вы упомянули, что на одной площадке вы планируете собрать максимальное количество инвесторов и состыковать их с проектами. Вот мой опыт организации подобных мероприятий показывает, что зачастую, когда на одной площадке собирается много инвесторов, они, бывает, что начинают интерферировать друг с другом, то есть не говорить тех вещей, которые бы они сказали тет-а-тет с проектом, потому что вот их партнер хорошо знаком, им другой инвестор может там как-то неправильно на них посмотреть и неправильно услышать. Вот как вы решаете эту проблему, есть ли у вас такие опасения, и как с точки зрения формата будет происходить общение проектов с инвесторами? Мы видим задачу выступления на сцене, когда компания презентует свой проект, не в том, чтобы заключить инвестиционную сделку прямо там же на сцене. А главная задача – это донести свой проект так, чтобы появился интерес. Мы верим, что если интерес возник, то в дальнейшем общение между потенциальным инвестором и командой проекта происходит в режиме тет-а-тет, один на один. И мы для этого предусматриваем возможности. То есть будут индивидуальные переговорные комнаты и возможность забронировать вот эти встречи, как инициатором этой встречи может выступить и инвестор, который заинтересовался в вашем проекте, и сам стартап сможет выступить инициатором такой встречи, потому что в рамках стартап-вилледжа, что необычно, кстати, не только предприниматели будут рассказывать инвесторам о своих проектах, но у нас также предусмотрены сессии, в ходе которых инвесторы
будут рассказывать предпринимателям, почему деньги на их проекты нужно брать именно у них. То есть формат встреч один на один у нас тоже предусмотрен, это можно будет сделать. Ну что ж, Алексей, спасибо. Будем надеяться, что действительно дискуссия и такое общение будет плодотворным. Я думаю, что инфраструктура гиперкуба позволяет застраивать такие встречи, потому что действительно это очень важно. Это то, чего зачастую не хватает проектам. Опять же, наш опыт поддержки предпринимателей показывает, что зачастую многие вещи делаются в отрыве от рынка. Если бы у начинающих молодых людей была возможность изначально общаться с будущим заказчиком, либо вот с таким умным инвестором, то, возможно, и само видение проекта, и его реализация повернулась бы совершенно по-другому. То есть это действительно такая важная вещь, которая оказывает серьезное влияние на развитие проекта. Алексей, тогда на этом я благодарю вас за участие в нашей дискуссии. Большое спасибо. И тогда я, наверное, переадресую вопрос Роману. Вот Алексей упомянул про возможные форматы взаимодействия Startup Village с двадцаткой. Вот сегодня у нас еще будет на связи, и мы будем задавать вопросы по форуму «Открытые инновации». Как вы вообще, в принципе, оцениваете сейчас потенциал сотрудничества вот с различными другими организациями и форумами? И, может быть, уже у вас сейчас есть какой-то опыт такого взаимодействия? Вот, на нашей сегодняшней конференции уже звучала тема нетворкинга, да, этих самых контактов. Это, на самом деле, самое важное, наверное, что формирует инновационную среду. Я бы даже пошел дальше, действительно, что в будущем формирует инновационную привлекательность России, потому что чем больше молодых людей, стартаперов, успешных бизнесменов, политиков, общественных деятелей, чем больше они будут взаимодействовать, интегрироваться, привлекать друг друга к общим форматам, тем интереснее нам здесь будет жить, и тем меньше наших стартапов будут доноситься до нас где-нибудь из-за рубежа. Самое важное – это то, чтобы нашим ребятам было интересно работать в нашей стране, интересно было строить умную инновационную экономику именно здесь. Ведь мы знаем, что большинство самых крутых достижений во всем мире – это именно плод деятельности российских, советских ученых. Поэтому самое главное, конечно, чтобы у ребят были все стимулы продолжать работать и развиваться здесь. А говоря о их взаимодействии, вот упомянули о том, что тридцатку можно привлекать, например, также к этим проектам. Я бы пошел дальше. У нас всех участников отбора можно привлекать. Я поделюсь, что две участницы вот у нас из 100 отобранных сестры, они сами являются инноваторами, они являются разработчиками. Они в числе пакета документов, которые присылали к нам на конкурс, они прислали даже свои патенты на изобретение. Представляете, насколько круто. Вот девушки в столь раннем возрасте уже патентуют какие-то изобретения. Uh-huh. Я считаю, что вот для них это прямой сигнал. Вот ребята вас приглашают. Пожалуйста, обращайтесь. Все контакты доступны. Во всех социальных сетях можно построить взаимодействие. Собственно, мы даже о сегодняшней пресс-конференции договорились именно посредством социальных медиа. Поэтому это отличный пример того, как нужно заявлять о своей позиции и действительно вовлекаться. Ну что ж, отлично. Вы, кстати, упомянули про патенты. Вот я свое мнение выражу, что, безусловно, это важно, но вот с моим мнением можно спорить. Вот в моем понимании патенты – это скорее такой инструмент конкурентной борьбы крупных компаний, когда они могут себе позволить оформить большие патентные зонтики, вкладывать ежегодно в это деньги. А вот удел такого начинающего технологического бизнеса, опять же, подчеркиваю, с моей точки зрения, это быть быстрее, быть умнее и конкурентоспособнее. Не за счет того, что мы создали патенты, зачастую даже не хотим что-то делать в этом направлении, а просто блокируем таким образом доступ к технологиям и возможностям развития своим конкурентам. Разумеется, нет. Я считаю, что ребята в этом возрасте – это не те самые законсервированные люди, о которых вы сейчас говорите. То есть, если возвращаться к тем, о ком я говорил, то, как я понял, у них работает уже и своя компания. То есть ребята движутся. Ребята движутся, они сидят. Сам факт того, что они участвовали в отборе и на молодежную двадцатку, значит, что им интересно показать себя, заявить о себе. Это самое важное. Ведь если ты о себе не будешь говорить открыто, о тебе никто не узнает. Но с другой стороны, я думаю, Алексей меня поддержит, и на Startup Village, когда проекты технологические, именно проекты будут общаться с инвесторами, наверняка вам будет встречный вопрос, как у вас обстоят дела с IP, насколько защищена интеллектуальная собственность. Что ж, сейчас мы попробуем связаться с Екатериной Копчак. Отлично, у нас есть картинка. Екатерина, нас слышно? Да, добрый день. Добрый день.
Отлично. Екатерина Якобчак возглавляет молодежное направление форума «Открытые инновации». Я сейчас попрошу ее рассказать несколько слов о том, как проходит подготовка. До форума, казалось бы, еще довольно много времени, но, с другой стороны, уже сейчас бурлит работа. Собственно, расскажите, пожалуйста, чем на столь раннем этапе вы занимаетесь и, в целом, как идет подготовка? Добрый день, дорогие коллеги. Большое спасибо за возможность представить нашу молодежную программу форума «Открытые инновации». Хотела бы поделиться с вами теми задумками, которые у вас есть. Будем рады, если у вас возникнут какие-то дополнения или предложения к сотрудничеству. Благо, есть возможность и время обсудить, рассмотреть и какие-то интересные форматы интегрировать, в том числе в нашу программу. Собственно, молодежная программа форума «Открытые инновации» в этом году включает в себя три больших блока. И первый из них заключается в 6 региональных площадках, которые официально будут у молодежной программы форума «Открытые инновации». Мы хотим, чтобы инновационная среда, инновационная культура у молодежи развивалась не только в центральной части нашей страны, но и в регионах. Потому что зачастую проекты, которые есть в регионах, идеи, которые есть в регионах, они действительно очень актуальны, интересны, но не всегда есть возможность у молодых ребят найти поддержку и как-то свой проект вывести на федеральный уровень. Поэтому в этом году у молодежной программы будет 6 площадок. Это 3 региональных площадки в регионах, скорее всего, Иркутск, Екатеринбург и Самара. 2 площадки в Москве на территории МГТУ имени Баумана и МГУ имени Ломоносова. И 1 европейская площадка, к нам присоединяется Технический университет Парижа, где также молодые люди, которые заинтересованы в сотрудничестве с российским рынком, те, у кого есть свои стартапы, готовы их представить, показать свои истории успехом коллегам из России. Собственно, что предполагается в рамках этих площадок, это прежде всего работа с экспертами форума «Открытые инновации», которые выйдут в регионы, и там обсудят с участниками, будут следить за, в прямом эфире будут следить за тем, что происходит на форуме, эксперты обсудят тему форума. В этом году тема форума «Game Changers», собственно, вся молодежь в той или иной степени является теми, кто в будущем изменит мир и изменит технологии в этом мире. Поэтому у молодых людей будет возможность принять участие в дискуссии, связаться с центральной площадкой форума в Propus Expo, задать свои вопросы экспертам. Собственно, это такой региональный нетворкинг-формат, который мы видим для регионов, чтобы связать их с центральной частью и показать, как можно в будущем интегрироваться в молодежную программу. И одним из ключевых наших блоков является группа 100 инноваторов. Это 100 самых перспективных разработок и 100 самых перспективных проектов, которые мы отбираем со всего мира. Собственно, там принцип отбора следующий. 50 человек из Европы, США и других стран, и 50 человек из России. Чтобы стать участником этой группы, молодым людям нужно заполнить анкету на нашем официальном сайте, которую мы рассматриваем, проводим собеседование для российских участников. Обязательно на знание английского языка, уровень должен быть не менее intermediate. Смотрим презентацию их проекта. Проекты могут быть в разной сфере, но важно, чтобы проект находился на так называемой pre-seed stage, то есть уже в том формате, когда молодые люди четко понимают, что они хотят получить от участия в форуме, что они хотят получить от площадки. Собственно, уже в этой стадии, как нам кажется, у ребят есть четкое понимание развития своего проекта и четкая постановка целей и задач, они не нуждаются в дополнительной мотивации. И, собственно, по такому же принципу отбираются 50 зарубежных проектов. Это некие success stories, которые уже сложились. Эта группа объединяется в Москве, и для нее предполагается 4-дневный формат. В рамках этого формата обязательные экскурсии в точки инновационного роста Москвы. То есть мы очень хотим показать инфраструктуру Москвы, инновационный климат Москвы, как благоприятный для развития своего бизнеса и для своего стартапа. И благо правительство Москвы активно идет навстречу, готово рассматривать и поддерживать молодежные проекты со всего мира, если действительно проекты будут основываться и проекты будут работать у нас в городе.
И, соответственно, для молодых людей предполагаются обязательные встречи с инвесторами, бизнес-ангелами, венчурными фондами. Плюс мы также предполагаем делать как общие открытые лекции, так и какие-то тет-а-тет встречи, бизнес-завтраки, общение в рамках вечерней культурной программы. То есть нам бы хотелось, и мы сейчас прикладываем максимум усилий, чтобы этот формат получился максимально разносторонним, и у молодых людей была возможность очень четко, не занимая и, что называется, не разбазаривая время друг друга, понять, чего они хотят, и представить это экспертам. Для нас кажется, что это очень важно. К сожалению, не всегда российским участникам хватает вот этого уровня, чтобы сформировать и четко донести, чего они хотят, но мы именно поэтому проводим такую длительную подготовку и такую жесткую селекцию проектов. Что ж, Екатерина, возвращаясь к вашему тезису относительно организации региональных площадок в рамках форума, вот у меня вопрос, как вы выстраиваете формат взаимодействия с регионами? Используете ли вы только собственные связи, либо вовлекаете, например, ассоциацию инновационных регионов? И определен ли уже круг тех регионов, в которых вот эти площадки будут организованы? Ну, дело в том, что когда мы в прошлом году проводили нашу молодежную программу, много регионов сами выходили на нас с инициативой, а вот как бы нам стать участником такого крупного мероприятия и привести это мероприятие к нам в регион. И сейчас мы действуем следующим образом. Мы отправляем письма на глав регионов с тем, чтобы они официально поддержали инициативу проведения молодежной программы на их площадках. Дальше определяемся по площадкам. Скорее всего, это будут ведущие технические вузы регионов, которые, собственно, как площадка примут молодежную программу у себя. А дальше мы, конечно, обратимся ко всем коллегам, кто так или иначе связан с этой темой, у кого есть региональное отделение выбранных нами регионов, чтобы как-то скоммуницироваться и сделать это максимально эффективным. В этом смысле мы выступаем за максимально эффективное сотрудничество и ни в коем случае не пытаемся стать единоличниками и собственниками в организации таких мероприятий. Чем больше соорганизаторов, чем больше поддержки мы получим, тем более эффективно и качественно мы отработаем, и наш KPI будет выше, а это самое главное. Что ж, И по регионам сейчас точно есть подтверждение от Иркутской области и готовность принять площадку. Ведутся переговоры с Екатеринбургом, с Татарстаном, с Белгородом, с Самарой. И для нас в этом смысле очень важно, что мы вовлекаем не только уже существующие инновационные развитые регионы, да, такие как Тюмень, Томск, Новосибирск, но и, возможно, у нас получится зажечь какие-то новые города, новые карты инновационно активных молодежных площадок в нашей стране. И это нам представляется очень важно. Ну, абсолютно согласен. Я думаю, что в условиях такого кризиса идей, кризиса кадров, который в определенной степени, ну, может быть, не кризиса, а некого такого голода, он в любом случае наблюдается, и многие эксперты это подчеркивают. Именно те регионы, которые вы перечислили, они покажут такой рост и станут серьезным локомотивом дальнейшего движения в этом направлении. Но у меня к вам... Да, у меня к вам... Для нас в этом смысле будет успехом, даже если приняв участие в молодежной программе в регионе, выстроится в некая взаимосвязь между начинающим стартапером или начинающим предпринимателем и руководством региона. Это будет уже здорово, если они смогут пообщаться и найти друг друга на нашей площадке. Это будет уже победа, безусловно. Ну, у меня другой вопрос, на самом деле. Вот мы общаемся с потенциальными участниками этого процесса, с потенциальными участниками, которые на этих площадках могут начать с вами работать. И иногда мы слышим такие высказывания относительно того, что молодежная часть форума «Открытые инновации», она может несколько поблекнуть на фоне основной программы форума. Вот хотелось бы, чтобы вы как-то это прокомментировали, может быть, рассказали, какие у вас будут заготовки, там, отличия от прошлого года, которые позволят именно сфокусировать внимание на молодежной программе, сделать ее действительно полноценной в рамках форума, ну и так, чтобы это прошло на достойном уровне. Вот расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну, если за организационную часть не то, что можно было быть спокойным, но на ее подготовку есть время, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы организационно все сложилось хорошо. Здесь 90% успеха – это не организация, собственно, мероприятия, а его участники. И в прошлом году мы столкнулись с тем, что
отобранные нами проекты, к сожалению, не обладали должным уровнем мотивации. То есть ребят действительно удивило, и им понравилось само мероприятие, его размах, но, к сожалению, они слегка потерялись, оказавшись в первом ряду с руководством крупнейших корпораций и с нашими инвесторами, не смогли четко донести, что же они хотят, что им нужно для развития своего проекта, и выглядели слегка потерянными. И в этом смысле это наши участники, это есть наше лицо, это есть лицо нашей молодежной программы. В этом смысле мы в этом году предполагаем максимально качественный и жесткий отбор с тем, чтобы ребята смогли представить себя и, что самое главное, представить Россию, наши российские разработки инновационные в международном инновационном сообществе. Вот это для нас важно. А что касается организации и таких некоторых фишек, то в этом году мы предполагаем сделать кольцо телемостов между всеми нашими региональными площадками, обязательно включив его в одно из ключевых мероприятий самого форума, с тем, чтобы показать, собственно, вот те города, в которых будет проходить молодежная программа, показать заинтересованность молодежи в инновациях не только в пределах Центрального федерального округа, но и, собственно, по всей стране. И там есть некоторые секреты, которые я пока не хочу раскрывать. Я думаю, что в сентябре все должны узнать. Я единственное, что хотела бы обозначить, отбор группы 100 инноваторов, которые будут работать в рамках форума, начинается буквально со следующей недели. Для этого нужно будет пройти довольно простую процедуру в 3 шага, заполнить анкету на официальном сайте, пройти тест на знание английского языка и дальше также в формате конференции, видеоконференции, провести презентацию своего проекта на английском языке. На эту презентацию мы даем претендентам не более 3 минут. Соответственно, после этого, также, когда претенденты заполняют анкету на сайте, у них будет возможность прикрепить туда все рекомендации экспертов, которые у них уже есть. Соответственно, сопоставив все анкеты, мы отберем тех лучших, которые представят Россию на международной арене в рамках нашего форума и представят свои проекты в рамках молодежной программы. Отбор заканчивается 1 сентября. В период с 1 по 7 сентября мы, собственно, на нашем сайте и во всех информационных ресурсах разместим тот лист, 100 из 100 человек, которые примут участие в форуме, собственно, в группе 100 инноваторов. Ну что ж, Екатерина, большое спасибо, что вы приняли участие в нашей дискуссии, раскрыли нам некоторые секреты, подробности, развенчали определенные мифы. Я хочу пожелать вам удачи в организации молодежной программы форума. Футураж Скол, как общественная организация, обладающая достаточно серьезным ресурсом в плане сообщества инноваторов, мы готовы оказать и информационную, и организационную поддержку. Ну, естественно, призываю вас не расслабляться, ввиду того, что только кажется, что времени много, но предстоит вам, я уверен, большая и трудная работа. В любом случае, еще раз спасибо за участие в эфире. Я думаю, что я задам вопрос Роману, даже, может быть, не вопрос, а мы закончим на таком тезисе нашу дискуссию. Екатерина сказала очень правильную вещь, что организационная часть форума, за которую она, в принципе, не беспокоится, она не так важна, сколько часть форума по контенту. В данном случае контент – это те люди, которые принимают участие. И равно как в бизнесе, где... я люблю говорить эту фразу, и она действительно, наверное, правильная, что бизнес – это в первую очередь про людей. Так и в каких-то вещах там, публичных, политических, организационных все равно в первую очередь важны люди. Я надеюсь, что там, организуя такую воронку колоссальную отбора участников на российскую двадцатку, вы в том числе поднимаете людей, вовлекаете их в процессы, которые будут достойно представлять нашу страну и развивать внутренние активности здесь. Да, Елена очень много уже об этом сказала, я лишь присоединяюсь к ней в том, что явно это те ребята, которые достойны и которые заслуживают быть частью этого процесса председательства России в группе 20, ровно как и все остальные инноваторы и другие крутые просто люди. Я сижу просто радуюсь за то, что у нас есть такие ребята. Я очень хочу попросить на самом деле всех инноваторов связываться с нами, прислать какие-то идеи по развитию предпринимательства и по преодолению молодежной безработицы с тем, чтобы, возможно, какие-то из идей наша делегация лоббировала, в том числе и на «Молодежь-двадцатке».
И это то, что в первую очередь от молодежной двадцатки ждет бизнес-двадцатка. Они хотят узнать, спросить нас о том, как решить вопрос youth unemployment. Ну что ж, Роман, мне тоже остается только поблагодарить вас, пожелать вам удачи. Спасибо, что приняли участие в нашей дискуссии. Спасибо. Спасибо нашим зрителям. Я думаю, что на этом можно считать программу такого заседания-круглого стола закрытой. Оставляйте ваши комментарии, оставайтесь на связи. Все. Спасибо, всего доброго.